Тверской районный суд столицы арестовал до 19 мая 2020 года вора в законе Малхаза Дарчиева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе суда. Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения Малхазу Дарчиеву в виде заключения под стражу до 19 мая 2020 года, сообщила представитель суда. На данный момент Дарчиеву предъявлено обвинение по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ранее Серпуховский суд признал его виновным по часть 2 статьи 228 Уголовный кодекс Российской Федерации «Хранение наркотиков в крупном размере». До вступления приговора в законную силу Дарчиев был помещен в СИЗО 5. Однако, по данным СМИ, там он вступил в сговор с еще одним преступным авторитетом и устроил бунт. После этого Главное управление МВД России по Москве обратилось в суд с административным иском о выдворении Дарчиева. Иск был связан с тем, что Дарчиев создает реальную угрозу безопасности государства и общественному порядку. Решением суда иск был удовлетворен, а Дарчиев был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в Москве.